темп в Москве не очень быстро можно именно привыкаться. Я думаю, это процесс. Люди, которые приезжают сюда и первый раз сюда приезжают, они, конечно, очень удивляются. Огромные пробки, огромные движения, быстрое движение и так далее. Даже если ты после Москвы едешь в Питер или другие московские города, ты чувствуешь, что Москва – это не Россия, Россия – это не Москва. Темпы достаточно разные бывают. Я лично достаточно долго уже в России, наверное, привык к таким вопросам, как опоздание. Я уже в этом чувстве, в этом смысле стал немножко московским человеком или русским человеком, что здесь в Москве есть всегда от кого, что были пробки, было очень сложно доехать, поэтому можно опаздывать. Для немцев это, конечно, очень странно. Мы любим раньше вставать, подготовиться заранее, и если немецкий клиент сюда приезжает и опаздывает, это ему до сих пор очень стыдно, и он в том числе не может понять, когда наши кандидаты опаздывают на встречу. Он-то успел, а кандидат почему не успел? В последние 2-3 года, может быть, 4 года, есть новая политика государства. Мы говорим о импортзамещении и локализации. В нашем секторе это означает, что поменяется иностранный граждан, генеральный директор или директор, или позиция на местного человека. Сейчас в большинстве позиций, которые мы закрываем, уже нет желания именно иностранца найти, а именно поменять это на русского гражданина. Это локализация именно с точки зрения HR для нас. И это продолжается. Если мы раньше десятки иностранцев устроили каждый год на работу, в этом году, я думаю, если мы можем больше, чем 5 или 10 устроить на работу, это уже много будет. Еще дополнительно, наверное, надо отметить, что за последние 3-4 года и другие страны достаточно хорошо развивались. Европа, Америка, Азия и так далее. Поэтому Россия здесь сейчас именно стоит в конкуренции с всеми этими странами. Поэтому для HR-директора, который сидит в Германии или в Англии, который внутри компании в Англии или в Германии, в Америке должен найти кандидат, который готов переехать в Россию, это гораздо сложнее. 5 лет назад им было гораздо легче уговаривать человека переехать в Москву. В целом их стало меньше здесь, иностранцы, которые работают в России в ключевых функциях в предприятии. Люди должны понять, когда они переедут в Россию, что здесь до сих пор неопределенность – это еще, наверное, самый главный или самый интересный факт, который. Я лично до этого работал в компании, которая строит двигатели для самолетов, достаточно консервативная британская компания. И там я, наверное, мог бы вперед уже 5-10-15 лет планировать, как моя жизнь будет складываться. Здесь до сих пор у нас каждый день определенные сюрпризы, неопределенность. За эти годы я уже не читал, сколько кризисов мы прожили. И я уверен, что их еще в дальнейшем будут, поэтому люди должны быть этому готовы. Мне кажется, много людей именно из-за этого сюда приезжают, поскольку есть гораздо больше свободы, я могу гораздо больше своими руками еще здесь строить. Например, наша компания, когда я приехал, мы были 10 человек, я был простым консультантом за 15 лет, или даже за меньше, чем 10 лет я стал руководителем компании с больше, чем 150 сотрудников. Я думаю, в своем Германии, не знаю, насколько это действительно реально было бы тоже там и достигать. Поэтому тех иностранцев, которые сюда переехали, очень много из них не хотят вернуться на родину, либо когда они в последние годы потеряли работу, сейчас образовалась, наверное, очередь с тех людей, которые хотели бы вернуться, но для них сейчас уже нет позиции здесь. Мы их заменяли с русскими кандидатами.